Привет, ребят! Расскажу вам, как дышать во время пробежки. Бег очень хорошо помогает, особенно когда мы еще правильно дышим. Вот сейчас как раз я вышла побегать, льет дождь. Стою сейчас под дубом, которому больше 300 лет. И как мы дышим? Мы делаем короткие вдохи, короткие выдохи, равное количество раз. То есть, например, 3 коротких вдоха, 3 коротких выдоха. То есть так. Выдыхаем через рот. Это будет помогать быстрее телу очищаться.